Бараслава очень академический научный ум. Мы учили, что мы должны учиться, тщательно изучать слова, которые мы изучаем в тексте. Когда Бараслам говорит о колдовстве, о каком аспекте он говорит? Это кажется, что это очень противоположно подходу Бараслама, потому что он хочет, чтобы мы учились то, что он пишет там академически. А тут он говорит словами, которые больше символизируют разные верования, как колдовство, волшебство, что он хочет сказать этими словами? Ну, во-первых, учись задавать вопросы короче. Это первое. Действие колдовства и все такое, это то, что кажется человеку, что происходит разными чуждыми силами. Те, которые не исходят от Творца. Любые действия в мире, которые ощущаются нами, как приходящими к нам не от высшей силы, мы их называем чуждыми силами или настолько противоположными Творцу, что одно из названий — это действие колдовства. Обратите внимание, здесь ничего такого. То есть не нужно привносить сюда впечатления ни от религии или верований. Ничего подобного в Каббале нет. В Каббале, как ты правильно сам сказал, нет никого, кроме него. Действует он. И если я теряю Творца со своего горизонта и со своего поля зрения и думаю о том, что я возлагаю все происходящее на разные другие источники или на людей, или на силы природы, то это называется, что я путаюсь и называю это действием колдовства. Нет никого, кроме него. Нет ни единого действия в реальности, в мироздании, которое бы не исходило от Творца. Или напрямую, то есть или от его по ним, с лицевой стороны, или Ахураем, с обратной стороны. По ним это высший свет, а Ахураем, обратная сторона, называется фараон. Вот и все. И мы принимаем это в самых разных и противоположных формах. Но всегда нет никого, кроме него.